Здравствуйте, меня зовут Александр. Я решил записать этот отзыв, чтобы помочь определиться тем людям, кто еще размышляет, стоит ли записываться на курс, посвященный созданию вашего собственного сайта. Когда я получил предложение от Алекса, автора курса, и узнал программу обучения, я недолго размышлял, а стоит ли оно того. Дело в том, что у меня, как, наверное, у большинства из вас, помимо любимой работы, есть увлечения, хобби, которыми мы готовы заниматься все свое свободное время. Но если свою работу вы назвать любимой не можете, то вам тем более стоит обратить внимание на эту программу, потому что задача автора курса – это научить вас заниматься любимым делом с одним лишь дополнением. Вы будете получать за это еще и какую-то материальную выгоду. И могу сказать, что прошло чуть более месяца с начала обучения. Мои ожидания от этого курса оправдались хотя бы потому, что, во-первых, у меня уже есть свой рабочий сайт, пусть он еще и очень зеленый, в нем мало статей. Кстати, ссылку на него вы увидите в конце этого ролика и сможете сами оценить, насколько успешно у меня это получилось. Во-вторых, теперь я уверен, что если через какое-то время у меня вдруг появится новое увлечение, я смогу реализовать его уже самостоятельно, запустив, возможно, еще один новый сайт. К чему я это говорю? Даже если вы в данный конкретный момент не можете определиться с темой, у вас в любом случае останутся знания, которые вы сможете применить тогда, когда сами решите, что уже готовы к этому. Кроме знаний, у вас будет пошаговая инструкция, как это сделать, ну и плюс записи всех вебинаров, в которых вы будете принимать участие. Теперь насчет технической стороны вопроса. Среди участников нашей первой группы нет ни одного человека, который каким-то образом был бы связан с программированием. И теперь я могу сказать уверенно, что такие навыки вам не понадобятся, чтобы успешно создать и в дальнейшем обслуживать ваш сайт. Ну а главное, что я хотел сказать вам в этом отзыве, это то, что те результаты, которых уже достиг я, то есть создание и запуск сайта, может получить каждый из вас. А дальнейшее развитие вашего сайта – это вопрос дисциплины. Нужно регулярно наполнять его текстами, которые нужно писать по определенным правилам, которые вы будете знать, пройдя обучение. Спасибо за внимание.